Привет, сегодня в эфире, наконец-то, тошнители. Давно уже про них просили в комменты, вот они. Тошнители у нас стоковые, плюс стоковый Кронос. Тошнители установлены так, чтобы цапать обязательно силовые узлы этого Кроноса, а вот с апом у нас радиатор нерпа. Что-то враги там то ли спят, то ли просто у них дискотека какая-то задумчивая. Ладно. А отработка по первому уже пошла. Кену тут со своими энергосоплями приперся. Погоди, а там враги и А, и Б крутят. Не, знаешь, за месяц здесь это, конечно, весело, но я уж на победу отыграю, пойду Б откручу обратно. Если, конечно, меня самого там сейчас не открутят. Чел без радара, по ходу дела, но постоянно видишь на простреле. Ай-яй-яй-яй-яй. Сбил мне все же одну пушку. Я ему тоже, на самом деле, эту пушку подбивал неплохо. Одна уже минус. Да, его сейчас так дроны уже в кабину забрали. Одной-то пушечки я лишился. Давай-ка по бырику починим. Оп, готово. Нет, все еще искрит наш Тошек. Тошек, ну чинись давай. Тошек все равно искрит. А ты слышь, я тут ремонтируюсь. Починился, блин. Бот, который меня забрал, кстати, это был бот с Афинами. Что-то мне подсказывает, что вряд ли уже наши смогут его забрать, поэтому ладно, поехали дальше. 833 очка. Афины, конечно, вообще пипец, какие зверские в рандоме. Мы с вами все, кстати, пересмотрели то с Афинами. По-моему, уже все было, что вы просили в комментах глянуть. Если вдруг что-то забыл, упустил, напомните, пожалуйста. Я пока попробую реализовать хрупкий довольно-таки крафт на открытой карте. У меня крафт этот вообще с инвизом. Здесь расчет на то, чтобы приехать к врагу поближе, внезапно выскочить где-нибудь рядышком с ним, а просто как нашарашить ему полное лицо гранат. А вот на такой карте, конечно, особо не удастся это сделать. Там автопушки, получается, шкерет прикрывают. Блин, этот сюда пальнул. Ну вот они вдвоем сюда, мне это, если честно, не очень нравится. О, привет. Так, готово. Это было очень близко. 3 хп у него было недобито. Потрясающе. Так, зарядочка. Спасибочки, уходим. А ладно, давай еще раз починимся. И еще раз зарядимся. У меня такое ощущение, что искры в принципе не уйдут. Нет, ушли. Все нормально, ушли. Так, уходим. Ты уже подумал, мало ли какая-нибудь бага там. Так, это Кайдзю? Да, это Кайдзю. Какая-нибудь бага чисто визуального отображения, что типа у тебя пушка поломалась, и она начала искрить. Но вот если она починилась, то искры никуда не ушли. Но нет, все на месте, все как должно быть. Все уходит. Но даже фуловый Тошек запросто спилится одной прямой Кайдзю. Да, Кайдзю? Опа, я попал. Основательно. Походу иду. Я не пойду. Отступает, отступает. На самом деле хорошо, правильно делает, что отступает. Ну, правильно для меня, потому что я пока могу спокойно перезарядить инвиз. Вот. И пока он нервничает, что думает. И думает, точнее, что я там. Я появлюсь тут. Пару раз в него даже что-то кинул. Он понял, где я? Нет, не понял. Ну и хорошо. Где ты туда пошел? Да ты упарил. Вот поэтому мне на самом деле на таких крафтах не очень нравится. Кратер прям не очень, а слово совсем. Зато Кайдзю здесь, конечно, раздолье. Да, Кайдюшечка. Все, готово. Я все же осилил эту цель. Победа. 871 очко. Там ролика несущая. Прямо несется. Вот, да. Ролика несущая в определенной степени может стать для меня проблемой. Нет, не станет. Она уже ни для кого не станет проблемой. Да, Союз, ты очень вовремя в прицел тут лезешь. Так, ладно. Этот минус. Роберт сейчас тоже будет минус. Такое ощущение, кого-то не хватает нерпа прям вот существенно. На самом деле...
Я, конечно, не знаю, как сейчас будет играться... Тихо. Как сейчас будет играться с фаворитом это оружие, но хочется попробовать посмотреть. Потому что те 2-3 секунды, которые дает фаворит, или сколько там, я честно уже не помню даже в подробностях. Вот они для такого оружия, узкодамажного, прямо иногда пипец какую фору дают. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай-ка заливать тошками. Да господи, ты, глупая ты вешалка с дробовиками. Вообще ничего не делает, тут мешает. Не ладно, что-то делает. Я буду ржать, если у меня будет результат больше, чем у него под конец этого боя. Минус. И минус. Зачет. И да, у меня результат больше, чем у него. Победа. 2162. Привет, мои хорошие, я вас тут уже весь жду. Так, 103,18. Ладно, не ошибка много. Ну, что накидал, то все мое, как говорится. Опа-па-па-па, Адам. Адам, Адам, тебя тут не надо, вообще не ждали, не хотели, не любили. Уходи, вообще противный. Так, где еще? С тыла что-то заходит. Погоди. Че, хочешь меня с тыла обойти? Я тебя сейчас сам с тыла обойду. Давай быстрее, быстрее, пока инвиз. Привет. А вот ты не в тему, уходи. Так, погоди, вот он задний бампер, идите нафиг. Зачет. Дубль 2, сейчас прыгнет вниз. Да, вот он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот они воспользовались моим задним бампером. Ой, сейчас вообще полностью. Да, мне это не надо, отрывайте, забирайте себе, господи. Но здесь на тунге были, так что, в принципе, ничего удивительного. Едем дальше. Опа, здрасте. Чё ты такой неуловимый-то вообще, а? Блин, ты быстрый, ты пипец какой быстрый. Но мои снаряды быстрее уж, извини. Я вот только перк кабины-то сейчас активировал. А вот вовремя его стопнуть забыл, когда это было не актуально. Но ладно, к этому тоже нужна привычка на самом-то деле. Тут не все так просто. Я хочу быстрее пойти скушать тот труп. Как бы это ни звучало. А где он, погоди? Его вообще развалило, что ли? Блин, я хотел зарядить пушки от него, но уже поздняк. И ни в кого, серьезно? Ну ладно. Так, что здесь? Отогнали, хорошо. Вот это было капец, как близко сейчас. Так, инвизик, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Гепард, накручивай, ну. Отлично, есть контакт. Сейчас, наверное, найдем, пройдем сначала через центр, там четверо. А, погоди, сейчас победа по захвату вообще будет. Это что? О, это очень классный чел. Ладно, я его бить не буду. У нас с ним один был такой эпичный бой, блин, до сих пор запомнился. Я правда лучше возьму кого-нибудь другого, чем этого верска нещадного мучить. А-та-та-ра-та-та. Да, блин, я только прожал перк этой кабины, и тут же обе пушки пунь-пунь, и улетели к хренам. Ну ладно, не очень-то они мне нужны были. Я мне вот и так все будет классно. Да, все, всем пока. Вот если бы Кронос еще сам себя восстанавливал, цены бы ему не было. Кстати, а попробовать сделать... Не, ну... Прикинь, если бы это работало в сцепке, как было бы прикольно. То есть берешь сцепку из 2-3 крафтов, ставишь 3 кабины вплотную друг к другу, и они друг друга просто захиливают. Это читерство было бы на самом деле просто страшное. Но веселое. 680 очков за этот бой и топ по команде. Что-то эта прочность в 256 единиц на самом деле вот так не держится вообще. На такой, по крайней мере, низкой машине. Если уже брать тошки, мне кажется, лучше брать какой-то бункерный крафт. Либо какой-то... Ховеркрафт, у которого тоже эти тошки будут максимально к центру спрятаны и закрыты по бокам там всем-всем-всем подряд. Но вот такое вот себя не оправдывает. Просили в комментариях посмотреть. Посмотрел, больше не буду. Если есть желание увидеть тошики или вот этот Кронос в другом исполнении, с другим оружием, на других крафтах, пишите, пожалуйста, в комменты. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.